И вот сейчас, дорогие друзья, вашему вниманию предлагается запись телевизионной передачи «Спокойной ночи, малыши», которая была сделана в канун Нового года. Итак, «Спокойной ночи, малыши». И тогда Алтынбай обнажил свой меч и скончался. Вот, дорогие мальчики и девочки. Вот, дорогие мальчики и девочки, вам, наверное, будет очень интересно узнать, что редактор этой книжечки – тетя Рыжова. Да, а корректор этой книжечки – корректор дядя Бланкштейн. Или тетя Бланкштейн. Вот. Сдана в набор эта книжечка 23.09.87, а подписана в печать 21.01.88. Вот. Печать офсетная. Условная печать, лист 200875. Вот. Тираж 300 тысяч экземплярчиков, цена 20 копеечек. Вот. Дорогие мальчики и девочки, мы с вами полностью, да, полностью прочли книжечку Абдулы Яковлевича Иванова-Заде «Советские народные сказки». А Хрюши все нет. Где же наш Хрюша? Давайте вместе с вами, дорогие мальчики и девочки, позовем нашего Хрюшу. 3-4. Хрюша! Хрюша! Вот вы так кричите, пожалуйста, вместе с папами и мамами. А я поищу нашего Хрюшу. Хрюша, ты где? Свинья ты эдакая. Где Хрюша? Это сумасшедший дом. Нету Хрюши. Вот интересно, дорогие мальчики и девочки, где же это наш Хрюшенька? Может быть. А я знаю, где, я знаю. Наш Хрюша сейчас в зоопарке. Да. Он в зоопарке, он там катается на этом, как его, ну такой, да, на милиционере. Тихо! Я слышу шаги! Да, наверняка! Да! Хрюша появился наконец-то! Наконец-то наш Хрюшенька появился! Наконец-то, свинья ж ты эдакая! Ну вот, Хрюшенька, перестань, пожалуйста, хрюкать и поздоровайся с мальчиками и девочками. Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, девочки! Здравствуй, тетя Валя! Здорово! Ой, это дядя. Дядя Женя. Здравствуй, дядя Женя. Здравствуй, Хрюшенька. Я вижу, ты у нас уже совсем охрюшел. Да, вот значит, ты опоздал, Хрюша. А мы все волновались. Я волновался, Степашка волновался. Он тетя администратора даже чуть кондрашечка не хватило. И вот что значит быть недисциплинированным Хрюшем. Ha ha ha!
я тебя, дядя Женя, и себя, и мальчиков с девочками. А вы кто, господи? Аванес. Аванес? Аванес. А где Хрюша? А Хрюша заболел, понимаешь? Свинка. Ну что ж, прекрасно. О, ужасно, ужасно, дорогие мальчики и девочки. Ну хорошо, скажите, пожалуйста, дядя Аванес, Сейфульмулюкович, скажите, вот вы опоздали. Вы, наверное, были в лесу. Кто я? Ну да, да, вы. Да, я бил. Прекрасно, прекрасно. Вот раз вы там били, то и расскажите мальчикам и девочкам, кого. Смотри, расскажите, что же вы там делали? Где? Ну где, где? В лесу. В кустах. Да, я там сделал. Нет, я там собирал, понимаешь. Что вы там собирали? Я там, понимаешь, апельсин, понимаешь, собирал. Мандарин, понимаешь, собирал. Орех, понимаешь, собирал. Да, орех. Греческий. Куриные яйца. Минуточку, дядя Ванесса, Шараф Рашидович, скажите, как вы могли собрать апельсинчики, бананасики, да яйца куриные, когда на улице зима, холод собачий? Ну. А я думаю, что это я все собираю и собираю, понимаешь? Да. Собираю, понимаешь? А ничего нет. Где? А нигде ни черта нет. Да, действительно, дорогие мальчики и девочки, нигде ж ни черта нет. В смысле, это в лесу. В лесу ни черта нет. А у нас, естественно, ни черта есть, да. Хорошо, скажите, пожалуйста, дядя Ванес Кунаевич, а где наша Каркуша с ее Каркушкино? Господи, что ты пристал ко мне? Да Каркуша давно в декрете. Нет, у Каркуши будут птенцы его. Да, дорогие мальчики и девочки, правда, я забыл вам сообщить. У нашей Каркуши будут писемизи, да. Вот. Но мальчикам и девочкам наверняка интересно ведь узнать, от кого. А знаете что, мальчики и девочки? А вы нам и напишите об этом. Да, с рисунками. Не надо с рисунками. Занято, что ты стучишь. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, дядя Ванес Шварнадзович. Ну, где хотя бы наш Филя? Ну, наш Филя хотя бы получил сегодня новую квартиру, новую будку. Где? В многобудочном кооперативе. Что? Да. Дорогой Филя, мы от всей души поздравляем тебя, господи, как мы рады, мы все придем к тебе на новоселье, я приду, дядя Ванес придет, дядя телеоператор уже побежал, Степашка придет, Каркуша придет, Синкевич. Каркуша не придет. Правильно, Каркуша прилетит. Не прилетит. Вообще, да, Каркушка-то залетела. Мальчики, девочки, тетеньки, дяденьки, я хотел спросить, какого числа у Фили новоселье? Да какого числа? Они уже 2 часа как сидят там. Как 2 часа? Как сидят? А вот так! А что ж ты молчал? Что делать? Мультфильм давай! 2 часа, господи! Дорогие мальчики и девочки, посмотрите, пожалуйста, прекрасный мультфильм «Босоножка и 7 гномов». Простите, Белоснежка в гастрономе.
Господи, опоздали!